Ну а сейчас в США, там 17 человек погибли из-за сильного наводнения в Калифорнии. Десятки тысяч людей остались без электричества, закрыты некоторые школы. Улицы и автомагистрали превратились в бурные реки. Стихия повалила деревья и создала транспортный коллапс на дорогах. Свыше 20 миллионов человек по всей Калифорнии были оповещены об угрозе внезапных наводнений и оползней. Предупреждение также распространяется на районы Лос-Анджелеса и Сан-Диего.